Добрый день. Меня зовут Илевич Валентина Николаевна. Мы сегодня с вами сделаем Вифлеемскую звезду. Как это делать, я вам сейчас буду рассказывать и показывать. Мы с вами сделаем сегодня Вифлеемскую звезду. Для этого объемную, для этого нам понадобится цветная бумага. Вы можете два цвета выбрать, любые. Вот у меня есть вот такие, такие. Я выберу, пожалуй, оранжевый и зеленый. Нам нужно вот эти листочки сложить относительно друг друга вот таким образом, чтобы получилось два квадрата. Это очень удобно. Вот, когда мы их так сложили, вот эти лишние полосочки можно отрезать. Так. Это такой очень удобный способ. Не надо складывать ничего. Вот это очень вам рекомендую запомнить. Отрезаем вот эту полосочку. Они нам не понадобятся для каких-нибудь других потерь. Получилось два квадрата. Мы их складываем вместе. Можно по отдельности каждый квадратик сложить определенным образом. Я складываю оба вместе, так удобнее. Сначала квадрат складываем по диагонали. Квадраты. Соединяем противоположные уголочки. Ставим пальчик. И второй ручкой проглаживаем до линии сгиба. Потом в одну сторону, в другую. Прогладили. Открыли. Повернули диагональю вот так вертикально и складываем вторую диагональ. Сложили, открыли. У нас получились две диагонали. Одна, вторая. Сейчас эти листочки нужно перевернуть на другую сторону и нажать на серединку. Вот так. Можно даже покрутить. Это значит, вы сложили правильно. Дальше нам нужно листочки сложить ровно пополам. Чуть-чуть поправлю, разъехали, ровно пополам. Так, открыть и на этой же стороне еще сложить пополам. Вот так. Вот все сложения, которые нам нужны. Переворачиваем, нажимаем на серединку. А сейчас нам нужно, вот смотрите, у нас получились две диагонали выпуклые. И вогнутые вот эти половиночки. Нам нужно каждую вогнутую половиночку разрезать пополам. Вот так. До половины. Так. Так. Ну, примерно на глазок. Хотите, померяйте. Я делаю на глазок. Так. Вот таким образом. Вот у меня разрезано каждое. Не вот здесь, а вот именно боковую часть. Перевернула. А вот сейчас нужно каждую частичку по отдельности складывать. Я беру от угла диагонали. Вот так складываю. Так. И так. Чтобы получить вот такой вот кончик получился. Точно так же все-все уголочки. От угла к диагонали, от угла к диагонали. Обязательно проглаживаем, поворачиваем. Точно так же здесь и здесь. Вот у нас получается вот такая вот, вот такой модуль. Это один модуль. Точно так же поступаем со второй части. Точно так же складываем и второй модуль. Так. Все боковые части откладываем к диагонали. Ровненько стараемся делать. Так. Так. Чем ровнее делаете, тем интереснее получится у нас звезда и более ровная, красивая, объемная она у нас получится. Вот у нас сложены два модуля. Вот таким образом. Сейчас нужно склеить их тоже определенным образом. Для этого либо возьмите вот такой клей, либо термопистолет. Вот у меня есть. Можно клей ПВА. Как это делается? Посмотрите, вот у нас вот здесь вот лучики. Нам нужно склеить таким образом. Одну сторону я намазываю клеем. Так. Потом смотрите. Вот так вот соединяю. Одну сторону на другую. Нахлёст склеиваю. Так. Вот так. Угу. Следующую намазываю клеем.
Даже не так много клея. Одну сторону подводим, другую вот так вот склеиваем. Вот там у нас получаются вот такие пустоты, отверстия. Намазала, склеила, следующую намазала, склеила. Вот если перевернуть, вот такой модуль получается. Точно так же следующий поступаю. Намазала. Вот у меня получился второй такой же точно модуль. Когда получились два вот таких модуля, нам их нужно склеить относительно друг друга вот таким образом. Ну, тут лучше термопистолетом намазывать клеем вот эти местечки. Вот так. По капельке небольшой, капельки клея. Вот эти уголки только ими склеиваются. Берем вторую часть и склеиваем вот так. Чтобы подвесить, можно взять ленточку, например. У меня есть вот такие ленточки. Я отрежу какой-то такой размер, вот такую ленточку. К любой части, вот к этой, например, я возьму вот так вот приклею. Вот так. Можно было спрятать туда внутрь лучик и выставить кончик тоже, как вариант возможно. Вот такой, пожалуйста, звезду я вам предлагаю сделать. Можно ее украсить блестками, снежинками, это уже как вы придумаете. У меня вот здесь есть всякие вот такие вот интересные, красивые всякие детальки. Вот я, например, могу здесь, смотрите, вот так точку поставить. Сюда приклеить еще вот такую звездочку. Так. Это уже декорация, то, что вы придумаете. Каждый придумывает по-своему. Вот такие разноцветные звездочки. Вот. И получается еще интереснее вариант. Ага. Ух. А еще вот такая россыпь драгоценностей. Я вот сюда вот помещу кристалл. Немножко надрежу. Вот этот вот уголочек, чтобы хорошо поместить. Вот. Возьму вот здесь капну клеем. И вот сюда, прямо вот в эту дырочку. Надо еще глубже. Вот так вот добавлю этот кристалл. Подержу немножко. Да, наверное, больше надо клея, либо дырочку побольше. Это уже нужно приноровиться. Так, какая звезда у меня будет. Вот такой звездой можно украсить к Рождеству свой дом. Порадовать родных, близких, самим порадоваться. Это очень приятно сделать такую звезду. Творите, пробуйте. До свидания.